Проект нет. На проект нет. Я кое-что хочу сказать, просто подожду немного, чтобы это не повторяло. Минск, привет. Что удивительно, Знаменск. Я вот сейчас скажу. Знаменск не знаю. Как Иванушка тебя чувствуешь? Вот еще болею. Плохо. Хочешь погадать, мне говорят, на себя или на кого-нибудь? Скажите, что меня ждет. Скажите, мне прям интересно. Богданчика, вижу, да, он сейчас заболел немножко. Привет, привет. Так, ребят, я что хочу сказать. Вот вы можете меня поздравить. Почему? Потому что я... ...неделя. Уже с понедельника начинаем. Я выложу потом все. Я очень счастлива, вы рады за меня. Будете приходить ко мне на массаж. Ну, то есть не я буду делать массажи, как бы. Там профессионал, люди, которые, понимаю, профессионалы. Круто, спасибо большое, спасибо. Вы будете приходить ко мне на массажики. Спасибо, ну, что будем развиваться еще. Спасибо большое. И это, ну, для начала одно, судя по тому, что еще. Спасибо. Я надеюсь, что вы ко мне... Первые будут 2000, поэтому кто берет курс, для них скидок первые 10. Спасибо, приветики, приветики. Приветики, Лана, Лена, приветики. А как салон называется? Я потом все скину. Как бы и адрес, и как добраться, чтобы было более понятно. С Кировской области перед... Ну, приходите, вам круто будет. Можно просто прийти или надо термин сделать заранее? Это что такое термин? Я что-то не поняла, какой термин. Иваночка, болна ли си? Да, болна сам. Сказать в эфире что? Я что-то не понимаю.
Да, я сейчас дома. Термин оплата. Ну, оплата после массажа как-то. А так, я дам сайт, ссылку, где можно записаться на массаж, связаться с девочкой по поводу графика, когда удобно будет вам. Поэтому... Нет, не покрестили еще Богдана, не покрестили, он заболел, я сказала. Я все выложу. И... Я все выложу сейчас. Ну, короче, следите. Я выложу все. Выложу страничку. Насте Кузнецовой приветики. С капотом не общаюсь. Ну, фиг и цеки. Ну и у нас семьи неки. Когда покрестите? Я уже не буду говорить когда, потому что кто-то всегда что-то происходит не то. А можно просто прийти или лучше заранее записаться? Можете заранее записаться, чтобы было место. Потому что у нас уже как бы мы даже не открылись, вот на этой неделе открываемся, а уже есть девчонки, которые записались и которые... которые уже забрали курс у нас. В принципе, вы можете просто прийти, но лучше, наверное, записаться. Ой, написал в директ, хочу взять курс. Хорошо. Это очень круто. Вот, видите уже? Нравится твой акцент. Спасибо большое. Молдавия, привет. В общем, лучше всегда записываться заранее, чтобы были места. Игноршица? Нет, нет, я не игнорю. Я смотрю, я читаю. Твой личный салон? Ну, да, я открываю, как бы. Ну, мы снимаем там, ну, я его не купила, как бы. Я там снимаю. Гадалка написала, что год рождения скажу, ну и скажи, что скажешь. Год рождения скажешь, что именно? Тарида, привет. Спасибо, обязательно приду, мы вас ждем, будем ждать. Короче, ну я тоже буду там находиться, буду следить. С вами тоже пообщаюсь. Вот те, которые хотели меня увидеть, вот вы теперь можете меня найти вот на этом адресе, который я скину. Я выложу пост у себя на странице, и я буду постоянно выкладывать. Вот, поэтому вы можете меня туда найти. Здравия вам, как все, как и здравия. То не, ногу добрая, здравия, то полностью. Даже не могу почти договора. Извините, пожалуйста, я вообще уже не могу разговаривать. У меня голос выпадает. Что за салон? На Тульской находится. 2 минуты от метро. Метро Тульская. Прям выходите, здание там большое. Я сниму и видео, как туда добраться, чтобы вам было понятнее. И... Мой год рождения, я родилась 17 ноября 1997 года. Ждем гадалку, сейчас что-то мне нагадает, может что-то про салон скажет. Вот, 17 ноября 1997 года, давайте жду. Да. Уфы, привет. Привет, Аля. Ну, давайте гадалку сейчас ждем. Может, она мне нагадает, что я выйду замуж? Нагадаешь что-то другое?
Да, у меня простуда уже неделя. Я не могу вылечиться. У меня вообще это... Я, короче, ходила на воскресное шоу, там, на «Особо на миллион». Вот. Я тогда заболела. Температуры, горло, все. А что в этом салоне будет делать мастера? Ну, массаж будет делать. Очень крутой. Антицеллюлитный массаж, вакуумно-роликовый антицеллюлитный массаж, с которого я худела, помните, когда-то? Я вот, мне очень понравился, и теперь я хочу открыть собственный. Он, короче, снимает отеки, от него худеется, и лимфы, короче. А? Да. Сейчас? Скажи, что это Иван. Позвонит мое имя. Да? Извините, пожалуйста. Здрасте, дело Ивана, 42-я квартира. Пропустите сейчас машину, пожалуйста. А в течение часа. Какая машина? А, да, белый Volkswagen, да. Спасибо большое. Это что за пиздец? Почему только я могу? Но они какие-то тупорылые, я не могу. Господи. Богданчик, ты дрожил. Вы чё, ребят? Я вообще с ним, когда болела, не виделась. Я вообще даже к ним не прикасалась. Вы чё, нормальные? Выздоравливайте, спасибо. Ты директор в этом салоне. Ну, как бы я его... Да, можно так сказать, да. Я директор, я его создала, как бы. Я буду там постоянно находиться, наблюдать самочувствие клиента, чтобы там все нравилось всем. Поэтому я буду вас ждать. Я уже рассказала даже, какой массаж. Блин, извините. У меня просто голос уже. Ты где сейчас? Я не буду делать массаж, нет, я не специалист, я не квалифицированная, я не буду делать массаж, там будут стоять девчонки, которые хорошие. Там будут профессионалы, которые уже много лет занимаются массажами, именно это. Хозяйка салона, да. Так часто болеешь? Ну... Долго болею. Не то, что часто, но очень долго. Уже неделя прошла, а я никак не поправляюсь. Ну, ничего страшного, не умрем, как бы, все нормально. Это массаж не только для девчонки, кстати, он и для мужчины, но... Больше всего девчонки нуждаются, потому что там целлюлит убирается, неровности, худеют, поэтому больше для девчонок. Слабый иммунитет, наверное. Наверное. Ксении Кузнецовой, передаю тебе привет большой, вот привет. Рома, да, крестный. Всегда что-то болеешь? Нет, не всегда. Ой. Нет, на дом 2 я не вернусь. Блин, меня прям мой голос сам меня раздражает, прикинь. Я не могу. Салон маленький? Нет, он не маленький. Салон большой. В целом большой, очень крутой, ремонт новый, как бы студия просто, это, салон очень крутой. Атмосфера очень хорошая, девчонки там очень приятные, вежливые. Для меня это тоже очень важно, потому что я, когда искала кабинет, сталкивалась с такими неприятными девчонки, что вообще невозможно было с ними работать. Есть половинка? Ну, у меня есть литр в холодильнике где-то. Нет. А, массаж всего тела. Да, массаж всего тела.
можно и на зоны, но лучше всего тело, потому что эта лимфа так прокачивается. Я его снимаю, да. Массаж – это вакуумно роликовый массаж для похудения, который снимает отеки, который убирает целлюлит. Я много раз ходила, много раз, ну, раньше это курсы делала, и я сама на своем опыте могу сказать, что он помогает. Да, уже завтра все там доделаем в кабинете. И с понедельника уже начинается все. Запись даже уже идет. Уже купили у нас курсы. Дом 2 не смотрю. У меня нет на этом времени Дом 2 смотреть. У меня подруга, с которой я живу, она смотрела. Она тоже уже не смотрит, да? Ты что-то давно не смотрела. Я как-то да. Ты меня почему? Я не могу. У меня голос все. Может, закончить? Закончим. Мне 21. Все, ребятки, у меня уже голос вообще нету. Вообще. Мне очень болит голова. Я сейчас... Завтра выложу пост обязательно. Отмечу салон. У нас есть страничка. Завтра все будет понятно, все будет ясно. Я просто хотела с вами поделиться. Потому что очень-очень волнуюсь. Пока, всем пока. Мне что-то висит. Нет, не уходи, говорит. Я бы не ушла, просто у меня голова болит очень. Там не сценарий, не сценарий, успокойтесь. Я просто стояла, читала сценарий, понимаешь? И потом я все знала, как бы ничего не забывала. Блять, они остановили мое видео, потому что я включила какую-то...